Так, друзья, сейчас мы сделаем экскурсию по городку Вилантой. Если я не ошибаюсь, это так читается. Сейчас мы пойдем. Крепость, да. Шато Вилантой. Замок, да? Замок. Ну, замок, крепость. Короче. Продвигаемся. Он сдалека вид такой. Тут люди экскурсии делают. Мы как раз и не знали, что здесь этот замок есть. Но проезжая мимо, заметив, сочли обязательным сходить туда тоже. Генерал, а вы эрдер? Что экскурсия духа? Ну да вы, чувак. Хожу. Чай мало выдуешь, чай мало выдуешь. А ведь мало еще. Эль рут его сюда. А я вам это. Хош, дурит диска, да. Хош, я прудок гонит. Короче. Ох, а да. Смотри. Дубни концерты. Там закидываешь монету. Монету закидываешь, понял? Ну что? Я номер. Закидываешь монету. Короче, что тебе надо, выбираешь номер. Номер ячейки. Описание, Ялцин? Редиска, соки. А редиска, где зона? Домашние. Часом, я чё, после 14, нажимаешь. Номер ячейки. О, кузгно, светит, осы. Не хочу я светиться. И что, что куда? Продвигаемся. Такой вид дальний показываю, панорама самого замка. Мы сейчас дойдем. Тут у нас очередь заморожена. Берем мороженое. Это там вход на территорию дворца. Madame, deux, non, deux, pas deux, quatre. Oui. À quoi?
Так. А что там у него вес? Давай спрятаем. Поздравляем. Снимаем. Где-то, он дает. Так. Начнем. С замка. Сюда. Начнем с рыб. А, да. Начнем с рыбы. Давай. Короче, вот так жили буржуи. У них тут рыба. Скорбятся, сазанчики. Он сегодня дойдет. Моя короче. Аула, Сулейман. Аула, сядь, кто сочу. Ходит мне тут, рыбы нет. Они тут голодные, видишь. Чупас морозный, где шашло? Да, волшеб. А. А мы чего не? Макос. Морозный, чего вкус? Ну, а ты. А жишь, богошки там, или от жары, не знаю, или от голода. Карп. Карп, что там это, ладно. Так. Билет, дай модель. А вот начнем с этого. Он туда поднимется сюда. Он хеде шато, а вот хочу выдвоще. Début de visite conseillé de jardin. Ça va dans le sad de mon âge. Вот здесь сад такой здоровый, здоровый. Билет сюда стоит у них 10 евро с человека. У нас женщина с аппаратом идет. У нее муж держит эту маску в своей сумке. Да. Чего же без, да? Вот красота. Надо было взять лодочку. Вот тут камнями можно рыбку закидать. Цыпа. Ну так дошло. На после. Пай ваин, шо мороженый инс? Шо пояснацин? Мороженый, гландыш, дик маяцин. Хочу мороженый, шо пояснацин? Он глотает это мороженое. Давай, мы уводи, а. Нечаянно уронил. Сад. Груши вот растет у них. Ну, я думаю, тут комментарии не нужны, излишне. И 100%, да? Здорово.
беседки. Вот красивая беседка с фонтанчиком. А тут снимать нельзя, девушка. Здравствуйте. Они тут, походу, и салат посадили. Весь сад обойти это. Это что-то. Слишком долго, я думаю. Так походим, побродим. Капуста у них растет. Это что тут у нас? А я не знаю, что это. Какое-то дерево, груша, не груша. Моя хлага. Или яблоко. Или яблоко, или груша. Так, вообще, сейчас то у вас есть. Вот весь сад, он на протяжении всего этого времени мы не успеем. Сейчас 17 часов. Тут по саду ходить. Ну, короче, все видно здесь. Красиво. Интересно. Здесь Д'Артаньян с Констанцией тут зависали. Да. Артос, Портос, Миледи. Вот. Я же 100% знаю, если туда не поднимусь, кто-то скажет, почему ты туда не поднялся. Мне жарко, я не хочу. Я сейчас в замок зайду лучше. И будем оттуда показывать. Мы когда входили как раз у кассы, билетерша, вот эта девушка стоит, я ей говорю, а мы можем тут на ночь остаться? Она такая ошарашенная, не-не, на ночь нельзя. Нам негде спать, говорю. Нет, нельзя. Мы закрываемся. Так, на террасу выйдем, да? Рыбой пахнет. Да. Здесь рыбой пахнет, здесь рыбой и дух. Вообще не видно. Вот оно. Да. Ого, это надо. Вот. Беседка виноградная. Ух ты! Вот там сад. А я чуть-чуть бы и не поднялся сюда. Да. Вот это красота.
Вот это красота. Как красиво они сделали. Алло, народ, чего хоздухли? Я эти два видео разделю. Один будет сад, и другое видео. Сад его величества. И сад с замком. Я так разделю это видео. Одно закидывать не буду. Вот звезда Ютуба, наш помощник по съемкам. И батарея на 30 минут осталась. Возвращаемся, я выключаю камеру. Думаю, с садом мы разобрались. Вот, друзья, идем в замок. Прогулку по саду мы сделали. Зимний сад был замечательно, это не сказать ничего. Прекрасно. Рыба, говорит, большая. Посмотрим. О, да. Надеюсь, видно. Для любителя рыбалки. Это идеальное место. Клёвное. Это не просто идеальное. Это замечательное место. Все, поднимаемся. Как вход вон там. Вон твоя. Если да. Люби визиты. Антрекост. Нас слушает. Вы пофермы encore? Non, pas fermé dans une heure. Ok. Oui. D'accord. Bonjour. Bonjour. Pas de téléphone, rien du tout. Je veux bien tiquer. Merci. Il vous propose quoi? Comment? Il lui fait quoi? Il propose de quoi? Il m'a serré la main. Et c'est tout? Bah oui. Oh là là. Donc. Français? Oui. Ah oui, s'il vous plaît. Alors la visite commence sur votre gauche, sortie au deuxième étage. Vous avez pas encore fait. Vous êtes en train de me filmer? Ouais. C'est bon, non? Non. J'ai pas encore filmé. Ah moi je vois un point rouge là. Ah d'accord. C'est pas votre vidéo. Vous avez fait les jardins? Oui. Oui, déjà, d'accord. Donc quand vous arriverez au deuxième étage, vous arriverez sur la terrasse, vous prendrez l'escalier sortie rapide, vous descendrez ici. Voilà. Ok, tac. Nous, non, elle est pas là. Voilà. Ok, bonne merci. Visite. Bonjour. Девушка не захотела, чтобы мы ее снимали. Но мы это и не сделали. Батареи на 20 минут осталось. Вот замок. Я вам скажу. Вот так вот жили здесь буржуи. Надо здесь в угол ставить. Вот это рояль или пианино. Ух ты. Это возможно хозяева? Это невозможно. Действительно кто-то. Потрясающе.
Так, заходим мы в столовую. Я представляю, когда не было электричества, как был холод. Вот он, барский стол, стулья. Попытаюсь быстро все заснять, потому что если так не сделаем, то отрезок снижу. Сейчас скажем, кто это она. Дезули. Но они просто написали портрет молодой девушки. И больше ничего нет. Тут не написано. 17 век. Плитка лежит здесь. Ля-ля. Да тут заблудиться можно. Так, в барские спальни заходим. Это даже не спальня. А предспальня. Детская. Детская кроватка. Не завидую я ребенку, который упадет с нее. Это просто. Тут не отмечено, кто это на портретах, просто пишут, что молодой человек, молодая девушка и все. Не обозначено, кто это именно. Так, до закрытия у них еще час остался. Так что мы быстро-быстро. Вообще циги ловится? Ох, арвал, ну варится. T'as vu, ils ont dit que la table ne se met que d'un côté. Здесь тоже детская. Письменный стол. Туалет, ванна. Сад. Зимний сад. Вот этот якорь уставший. Сан-Франсуа, статуя Сан-Франсуа Гренон, 1601-1667 год. Вот этот Франсуа. Тут пальца нету. Идем дальше.
Библиотека. Вот фильм исторический про них, фотографии, все. Такое интересное. Никакой защиты от того, чтобы дрова попадали, выпадали из камина. Вот спальня. А тут, наверное, они, скорее всего, купались. Не знаю, что это такое. Вот он, кувшин стоит. Нормально, группа есть? Типа того, что-то. Бог там вниз тазик ставит и купались, наверное. Вот за это что-то есть. Вот она спальня. Странно. Мы здесь. Опять камин побольше. Паркет, видите, какой здоровый. Здесь тоже спальня. Так, я понял. Они что делали? Комната, у каждого своя. И в этой комнате кровать стоит. И кровать стоит. Они спали. Вот мадемуазель страшная. Симпатичный. Продвигаемся дальше. Может, пойдем в это крыло? Да. Ковёрчик какой. XVI век, да? Да. Ну кто почем купит, цены говорите, подписывайте. Продадим недорого. Поэтому если не надо, да? Достали. Ну уже 16 век. Это не царь Петр Первый или Пушкин. Картина написана в 17 веке. Кем не знаю. Но... Вот эта картина написана в 18 веке. Здесь милости не раздают. А вот у старика душа вылетела. Нет.
типа у меня душа улетает. Франсуа. 1601-1667 год. 17 век. Вот мужик Библию читал. 17 век. Там еще мел, как будто фотография. Как будто фотография. Тут голову отрубили, там некие повесили. Это издевательство над ребенком или что? Как мы видим, в то время французы были очень верующими. Да. Все такой подход у них к картинам религиозным. А что бы ты там не верили, доверили. Не то, что сегодня. Этот римлянин, по-моему, да? Да, копье в рот впихнул римлянин. Смерть, смерть, смерть. Каск, турбан, шлем, Анталия, турецкий. Турецкий? Да. 27 сантиметров. Короче, турецкий шлем. Кюш майт. Навал майт, кюш ати. Смуджай да сняли. Он пёртый еще не раз. Смотрите, крыша какая. Турецкого султана выпрашивают что-то. Или французы, или европейцы, не знаю. Турк швыешь? Да, турки. Топ-такапи. Уселась. Опять я вам крышу покажу.
здесь опять-таки спальня. Да, мы увидела. Тут еще одна спальня. Сразу. Они в углу как-то делают. Кровать поставили. Спальня в углу у нас сделана. Батарея, друзья, у нас остается на 4 минуты. Деревянный макет замка. Сейчас мы попробуем на крышу, на террасу подняться. По-быстрому. На самый верх. Ух ты, ступеньки. Ух ты. Вот. 3 минуты осталось, друзья. Мы наверху. И замок. С высоты птичьего полета. Тут у них сидели лучники. Да. На сегодняшний день это тоже крепость неплохая. Вон он, тут. Ну что, друзья, на этом наше видео путешествие заканчивается. Также, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Будем ждать вас на канале Франция Студия. Ассаламу алейкум. Всем удачи. Обращается Денис. Как батарея сдохнет. Буду до конца снимать. Уже она сама сдохнет. Идем на выход. Тут не было. Да тут нет ничего интересного.